Главная цель визита активистов в наш муниципалитет – проверить, как исполняются президентские указы об обеспечении северян доступным и комфортным жильем. Активисты Общероссийского народного фронта вместе с экспертами оценят качество строительства социального дома на улице Пронина. Кроме того, общественники пообщаются с жильцами дома номер 53 по улице Третья линия. В центре внимания двухэтажка оказалась после того, как там были проведены работы по капитальному ремонту. На средства фонда была отремонтирована кровля дома, который по сути является аварийным. Заедут фронтовики и в Зеленоборский. Задача – проверить, устранены ли недостатки, выявленные в ходе приемки новостройки надорожников.